Всем ку, Сэндбокс, третий сезон, прохождение 11 локаций. Но перед тем, как мы начнем, прошу вас поставить лайк под это видео и подписаться на мой телеграм-канал. Ссылку на него вы сможете найти в описании, а в самом канале вы сможете найти много полезных активностей по криптовалютам. Что ж, поехали. Джимка проедет поезд. Здесь преодолеваем небольшой паркур. На локации достаточно много паркура, поэтому никуда не торопимся, потому что если мы упадем, то вернемся в начало, к началу квеста, поэтому бежим аккуратно, стараясь не падать. Сдаем, поднимаемся вверх. Для того, чтобы переместиться на соседний трос, нажимаете пробел, прыгаете и перемещаетесь. Здесь спрыгиваем вправо, бежим по стеблю. Возвращаемся обратно к тросу. Лезем вверх. Снова стебель. И снова к тросу. Последний раз убегаем и сдаем квест. Квест выполнен, ждем, пока у нас вырастет стебель. Бежим по нему. И берем следующий квест. Квест взят. Здесь нам нужно помочь зайцу победить монстра. Можем, конечно, ей не помогать, ему сам отлично справится, ну, чтобы не было скучно. Монстров можно и поймать. Бежим к следующему квесту. Следующий квест — это лабиринт. Понимаем его. Перепрыгнуть через ограждение мы не можем, потому что сразу умрем и вернемся в начало. Поэтому уходим в лабиринт. Взаимодействуем с рубильником. Один рубильник. И теперь можем закончить. Теперь ждем, пока к нам приедет эта платформа. Запрыгиваем на нее. И запрыгиваем. Здесь, смотрите, аккуратно дырка. Через нее нужно. И снова немного парку. Желтая.
Берем ее. И поднимаемся наверх. Иначе вот эти платформы не будут двигаться, как вы уже видели. Здесь нужно запрыгнуть вот на эту платформу. И подняться в самый верх. Вот эта платформа поднимет нас выше, и мы сможем спрыгнуть. Прыгушек. Здесь можно просто упасть. Вот задача. Теперь бежим дальше. Здесь можно падать вниз. Набегаем вокруг. Здесь нам нужно собрать 3 монетки, берем 3. Нужно убить хорьков. Либо обрыв. Наверное, бобры. Атаковать на левую кнопку мыши, делать перекаты на shift. Идем к следующему квесту. Это тир. Здесь нам нужно попасть в мишень. Выбираем монетку. И последний квест — это лава. Прыгаем на платформу, прыгаем на следующую, забираем. Возвращаемся обратно, просто упасть вниз. Сдаем квест. Поднимаемся в конце конца. Здесь можно бежать слева. Поднимаемся по лесенке. И забираем. Возвращаемся обратно. Встаем на воздушный шар, и на этом квесты закончены. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на телеграм-канал. В комментариях пишите, чего еще интересного нашли на этой локации. И всем пока!